меня есть вопрос, который, я не знаю, хотел тебе... Сережа, останови камеру, хорошо, на секунду. А ты наоборот, может быть, вот не останавливайся, Серега. Включай. Ты меня не останавливай. Мне просто любопытство. А вот такой, как Михаил Чернов, он тоже платил? Сейчас отвечу тебе очень хорошо на этот счет. Вот у тебя есть бизнес. У тебя большой бизнес. Ты ведешь алюминиевое производство. И у тебя нефтепереработка. Но для того, чтобы это удержать, надо иметь и неформальные структуры, которые доминируют. Ты берешь группу, которая одна из самых мощных, отдаешь им нефтепереработку. Ребят, когда у вас пойдет все это, вы отдадите мне за мой завод. Как это понятно? Вот и все. У тебя появляется огромная структура, которая с тобой дружит, которая общается с тобой, который помогает тебе. И ты сохранил свой бизнес, ты же не глупый парень, ты никому не платишь. Зачем тебе? Ты отдал мне всю переработку в этом регионе. Они взяли, они получают дивиденды огромные и возвращают тебе за завод. Вот и все. Четко, четко ты понял? Четко. Вот. То есть вот тот же Ходорковский, у которого была мощная структура, да? Он это не прочувствовал. Он тоже платил? Он как раз не платил. Он не прочувствовал. Он думал, что с мусорами он самый сильный. Вот он, прости Господи, ухватил за бороду Господа. Прости Господи, прости. Он думал, а знаешь, как мусора? Нету дела, нету человека, нету дела. Это ошибка. Надо договариваться со всеми. Вести диалог. Ну, это в области уже политики у Миши. И в политике тоже, будем так говорить. Ну, Пичугин же получил пожизненно. Ну, наверное, что-то было. Как ты думаешь? Да? Я думаю, что... Ну, в то время у всех было. Я думаю, что у всех было. Ну вот, ну а чем это? Конечно. Но хотел бы заметить, не у всех. Только не путай две разные вещи. Возможно, было практически у всех. Но у одних это было не из-за материальных составляющих. Это две большие разницы. Не из-за денег. Не из-за злата грязного. Вот в этом есть различие. Спасибо.